А вот это домик. Это домик Шерхана. Из него можно перейти в домик к сервалу. То есть дверь есть для прохода. И дверь, и шибер. То есть животных можно перемещать из одного вольера в другой и или соединять. Кот. Ну, видите, если бы ему было холодно, он бы не сидел на улице. Сидел бы в домике, грелся. Да, кот? Еще подрос. Котята растут быстро. Не по дням, а по часам. Да, кот. Шерхан. Шерхан. Кто тебя назвал таким страшным именем, а? Шерханчик. Шерхан. Шерхан. Шерханчик, ку-ку.